Чемпионка по боксу Салима уже была героиней нашего сюжета. На кастинге конкурса «Мисс Кустанай-2017» ей поставили задачу – похудеть. Спустя 10 дней у нее есть результат. И вообще, говорит девушка, ей удалось измениться не только внешне, но и внутренне. Я поработала над собой, выполнила установки, которые мне дала директор, сбросила вес, похудела, если это, конечно, заметно. Для этого я сильно упорно тренировалась и придерживалась диеты. До начала финала несколько минут. Девушки волнуются, подбадривают друг друга и, чтобы сбросить напряжение, поют. Фиолетовая вата, магия цветов со льдом наши стакана. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Идем на свои места. Всего на кастинг конкурса пришли 45 девушек, из них отобрали 18. До финала дошли не все. Одна конкурсантка сошла с дистанции практически в день конкурса. Морально тяжело, и мы решили, наверное, ее больше не мучить. Бывает, естественно, по состоянию здоровья, по моральному. Не выдерживают, потому что неадекватно оценивают свои силы. Конкурс состоял из нескольких этапов. Было дефиле в шубах и вечерних платьях, в том числе демонстрация своих талантов. Девушки танцевали, читали стихи, пели. В финал вышли 5 красавиц, из которых выбрали троих. Первой вице-мисс стала Тамирис Кущугулова. Вторая вице-мисс – Сагыныш Нурушева. Звание «Мисс Кустанай-2017» завоевала студентка Зарина Тактубаева. Некоторые девушки были расстроены и не могли сдержать слез. Наталья Луговская, РТН.